Привет всем охотникам! В этом видео хочу рассказать о собаках, которым прилипло клеймо пастух. Бывает, разговариваешь с владельцем, либо там с теми людьми, которые были на охотах, они говорят, что этот собака пастух. Да, у него широкий поиск, высокая вязкость, там возврат хороший, но он пастух. Я задаю вопрос, а как ты это определил? А мне Матвей рассказал. А кто такой Матвей? А Матвей 30 лет егерем. Ну, кроме того, что Матвей 30 лет егерем, больше-то ни о чем не говорит. Мы же не знаем, сколько у Матвея опыт охоты с лайками, какой у него опыт ходовой охоты, сколько он добывал и каких собак он имел. И видел ли он собак одиночных, зверовых? На эти вопросы ответов нет. Поэтому то, что сказал Матвей, у которого 30 лет егерского стажа, это всего лишь говорит, что это егерь с 30-летним стажем. 99, даже не 99, а 100% людей все рассказывают примерно одно и то же. То есть вот были на охотах, пустили, он ушел, поднял, далеко поднял. Здесь у нас тоже собаки заработали. Мы здесь добыли, пока там разделали. Потом мы там через несколько часов приехали, напустили собак. И уже туда пошла катавасия, добыли зверя. Этот собака просто стоял, лаял, он даже собакам не помогал. Решил записать видео, в котором... которое вы посмотрите и будете безошибочно определять, этот собака действительно пастух, либо этот собака, у которого со злобой полный порядок. И потом начинают рассуждать, этому собаке надо подливать там злобу, там надо более злобную сучку, либо нужно более злобного кобеля. На 100%, не зная рабочих качеств, этой собаки, про которую он рассказывает. Много людей, которые искренне заблуждаются. Поэтому всегда нужно спрашивать детали. Смотрите видео. Надеюсь, что это многие примут к сведению. И уже будут объективно оценивать как своих собак, так и других владельцев. Привет всем охотникам. Хочу начать такую рубрику, как мифы, в которые мы верим. В наших видео есть немало тонкостей и секретов, которые мы рассказываем при охоте с лайкой. Вот я хочу немножко это обобщать в отдельных видео, чтобы вы понимали, как правильно и где это применять. Допустим, миф, что собака пастушок. Да, есть собаки, которые пастушки. Но и вопрос, а как вы определили, что это собака пастушок? Есть собака пастушок, который просто ходит за зверем, облаивает его. Есть собака, которая напрягает зверя, у которого манера работы такая, он крутит зверя, останавливает, вот-вот ему сделает хватку. Зверь постоянно напрягается. Он тоже морально истощается, видит, что не может поймать собаку, не может его зацепить. И собака представляет реальную угрозу. В первом и втором случае собака не кусает. Но один работает, просто ходит, пастит, а второй работает на грани фола. Ну да, тоже хваток не делает, но манера работы абсолютно разная. И есть еще собаки, у которых
так скажем, прилипает клеймо, что он пастушок, у него не хватает злобы. Как это определили? Зачастую как это определяется? Обычно. И это 99%, даже может быть и больше, совершает одну и ту же ошибку. Приехали вы на охоту. Пошли с кем-то, у вас там несколько собак. Вот, приехали. Один собака пошел, зарезал и поднимает зверя. А здесь у вас дистанция, допустим, там 2,5 километра. Вы пошли, здесь собаки пошли. Где-то подняли зверя на коротке. Вы его добыли, собак зацепили, разделали его. Потом, пока все собрались, а этот собака работает. Проходит час, два, четыре, пять часов. Сами знаете, как в бригадах, пока там все это соберутся, пока языками почешут, пока начнут там объезжать, смотреть, еще там... Куча будет претензий, что собака там вязкий, такая вязкость не нужна. Потом как происходит? Где-то собака работает, неважно, в этом месте, либо дальше ушел, но за 5 часов может ситуация поменяться. И вы подъезжаете, там, допустим, дорога. Вы подъехали, собачек свежих напустили, собаки все накинулись, растянули. И к этому собаке прилипает клеймо пастух. Все сделали выводы, что это пастушок. И если бы мы своих собак не накинули, то зверь бы ушел. Рассказываю, как в этом случае определить на 100%, это собака пастушок, либо это собака, которая останавливает, делает хватки. Потому что к тому моменту, как вы приедете, прошло там уже несколько часов, там 5, бывает 8, бывает 9 часов, неважно. Собак накинули, добыли. Когда вы подходите, зачастую тот, кто подходит, добывает, он уже видит, что собака просто стоит, лает, зверь там под ним стоит, либо сидит, наблюдает за собакой, собака может там кругами бегать, может просто стоять на одном месте. Ау, 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 ау. В данном случае определяется все просто. Добыли зверя и начинается разделка. Вот когда вы ошкуриваете зверя, вы должны в первую очередь обратить внимание на гематомы. Такие темные, прям как фиолетовые гематомы, это говорят о том, что этот собака давно делал хватки. Он их сделал там несколько часов назад. Он уже травмировал зверя, и зверь не имеет возможности быстро двигаться, когда травмированы мышцы, сухожилия, по суставам попадет. Сами попробуйте ногу подвернуть, но я думаю, что каждый там подворачивал ногу и знает, какая это сильная боль. Точно так же и у зверя, когда мощные сделаны хватки. И вы посмотрели, цвет гематом вам все сразу расскажет. Темные фиолетовые хватки, синие такие. Это говорит о том, что этот собака делал хватки, он ставил зверя. Там, где просто кровоподтеки кровавые, это те собаки, которых вы уже напустили. Они подлетели, растянули. Этот собака может даже уже не хватать. Он может лечь как бы и лежать. И все думают, что они же видят то, что этот собака не кусал. Этот собака стоял просто тяукал. И думают, что он пастух. Но на самом деле это не всегда так. Поэтому в первую очередь разделка зверя, цвет гематом вам расскажет о том, этот собака делал хватки, либо нет. Тот собака, который не делает хватки и напрягает зверя, зверь под ним тоже часто останавливается.
Здесь всегда нужно смотреть, как двигается зверь. Тех, у которых были серьезные собаки, называют манерная работа собаки. Когда собака именно ставит зверя. Да, может не кусать. Но ее манера работы такая, что вот она постоянно, как бы проще объяснить. Вот смотрите, приехали, вы, допустим, смотрите, да, вот как на медведя работают собаки. Один собака подошел, ау-ау-ау, стоит, как бы лает, лает, там протяжка. Он просто как бы лает. Диплом третьей степени. Другой собака, он работает медведя с головы. И работает вот на пределе, вот сантиметр выпады. Да, ему зверь не дает сделать хватку. Потому что медведи даже на цепях, там, ну, это не новички, не дети. Через них прошли там сотни, тысячи собак. Они видели, знают четко манеру работы. Плюс у зверя всегда в приоритете обоняние. Это у нас визуальное восприятие у человека приоритет. А у зверя обоняние, у собаки приоритет обоняние. Поэтому этот зверь четко понимает, что вот этот собака, он не укусит. Даже если я буду лежать и играться с цепью. Здесь диплом третьей степени. И собака, которая на пределе, на грани фола, возле морды, атаки, ни одной хватки не сделал. И здесь тоже диплом третьей степени. Вот вам два диплома третьей степени. И если не разбираться в баллах, то есть за что какие баллы даются, вы как бы не разберетесь. Вы будете просто видеть два диплома третьей степени. Поэтому я и говорю, что там испытания, состязания, их тоже как бы не надо там отметать. Просто нужно самим периодически там бывать, особенно когда вы набираетесь опыта, смотреть работу и манеру собак. Манеру работы собак. Точно так же там и по кабану. И очень много там нюансов. Собаки, которые еще не битые, не шитые, постоянно травятся в вольерах, их от меньшего к большему зверя показывают. Зверя как бы не дают сложного, а тот, который не бьется, только бегает. Они постоянно, ну, развиваются, кусают, но они еще не знают, что такое быть битым. Они с этим еще не сталкивались. Собаки-охотники, которые битые, шитые не один раз. Им может даже не хватать там этих 10 минут, пока они начинают делать выпады, начинают зверя выдергивать, начинают, как говорится, пробивают зверя. И там у вас уже время закончилось, а хваток не сделали. Ну вы этого собаку и снять не можете. Понимаете? И потом работа уплотняется, уплотняется, уплотняется. И обосновывают часто, ну, то, что как бы там уже хозяин, там мы уже снимали. Да, это все понятно. Я с этим согласен, когда и хозяин там поближе и все прочее. Но и собаке же не дали возможности поработать полчаса. И такой возможности им там и не дадут. Потому что много собак, много людей, время идет, дипломы... Ну, в общем, испытания, состязания проводить надо, время не резиновое, чем больше собак, люди приехали, оплатили, нервы, человеческий фактор, поэтому там объективно вот рассудить охотничьих собак, это может только профессиональный эксперт, который не просто книжечку там почитал, и по этой книжечке, вот как он понял, как у него в мозгах сложилось, он считает, что это правильно. Есть теория, есть практика. Это могут сделать только те эксперты, которые много охотили, знают, как должны работать лайки, у которых были сильные собаки, с под которых они добывали самотопом. Эти эксперты, да, они могут сделать более-менее объективную и правильную оценку. И особенно, когда они приходят, рассказывают и объясняют, почему вот так, почему не так. За что сняли вот здесь баллы, за что сняли вот здесь баллы. Остерегайтесь тех экспертов, которые просто вышли, объявили диплом третьей степени, сказали общее количество баллов. Им задают вопрос, почему вы так считаете, они объяснить не могут.
Почему они не могут объяснить? Потому что они просто все взяли по среднему, туда записали, подогнали там на диплом там третьей степени, ну примерно вот так вот количество баллов, и все. А эксперт должен оценку делать по-другому. Он должен брать максимальное количество баллов и отнимать по каждой позиции определенное количество баллов. Там за злобу, там считаем как бы, ну не хватит, вот еще бы, да, вот можно было бы столько-то поставить, но поставили вот столько-то по тем причинам. По мастерству столько-то отняли. Таких экспертов вообще очень мало, но они есть, да, это люди с большим опытом. Вот по поводу пастушок, либо собака, у которого есть и поиск, и вязкость, и злоба. Но будет 20 человек, и, как говорится, 20 человек скажут свое мнение, и оно будет у них отличаться друг от друга. И каждый будет кричать, что если бы я своего не взял, не напустил туда, то дела бы не было. Задавайте вопросы, где-то что-то буду вам объяснять. Ну и думаю, что такой плейлист заведу. Буду выкладывать периодически видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, либо дизлайки. Пишите, задавайте вопросы. До встречи на охотах!